Так, 6 ноября 2023 год. Третий дубль делаю. Солнце на закате. Хотел я посмотреть, может, какие-то аномалии в связи со вчерашним явлением северного полярного сияния в наших южных широтах. Ну, пока ничего не вижу, даже наоборот. Такое марево, довольно нетипичное, которое не позволяет даже пятна на солнце увидеть, коли они там есть. Но, как в предыдущем дубле говорил, очень-очень-очень теплая погода, плюс 21 для 6 ноября, это перебор. И после дождя, то есть, вот эта куча мошкары в кадре, куча испарений. Ну, так я и не увидел за все три дубли ни одного пятна или чего-то аномального на нашем светиле. Просто полюбовались на красоту. Ну и на том спасибо. Оно того стоит, по-моему. Это не протуберанцы, это просто у нас деревья. Посмотрим, будет ли сегодня это северное сияние. Вряд ли, конечно, это, наверное, с какой-то аномальной активности. Солнце было связано вчера, что такое красное полярное сияние было. Ладушки.